КБ номер 50 ФМБА России сократили сроки ожидания плановой госпитализации и направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Длительные сроки ожидания плановой госпитализации, по сообщению пресс-службы больницы, были связаны с отсутствием врачей поликлиники актуальной информации о наличии свободных мест в стационаре. Мы вместе с коллегами из стационара провели кропотливую работу по анализу структуры госпитализированных пациентов по каждому отделению, разработали и внедрили систему распределения свободных мест в стационаре для плановых и экстренных больных, что позволило выделить еженедельные квоты для пациентов поликлиники и размещать их в медицинской информационной системе, отметила заведующая поликлиникой номер один Марина Румянцева. В медицинской информационной системе больницы разработали соответствующий ресурс. Все лечащие врачи поликлиники получили к нему доступ и теперь могут сами непосредственно во время приема записывать своих пациентов в стационар. В результате по ряду отделений сроки ожидания сократились с 15 до 3-5 дней. Таким образом, пациенты выигрывают как в сокращении сроков ожидания, так и возможности планировать свое время, поскольку теперь они знают точную дату госпитализации. Также в КБ номер 50 завершили ПСР-проект по оптимизации направлений пациента в Бюро медико-социальной экспертизы. Ранее большую часть времени занимал процесс необходимых обследований и консультаций специалистов, на которые пациент записывался самостоятельно через регистратуру, колл-центр или портал пациента. Это было трудоемко и затратно по времени. Теперь предварительное обследование по рекомендации лечащего врача организует медсестра до врачебного кабинета. Имея специальную квоту записи, она может подобрать удобные для пациента дату и время посещения, совмещая их сразу по несколько за один день. Также в поликлинике создали электронную форму направления в Бюро медико-социальной экспертизы, которую частично может заполнять медсестра. В результате сроки обследования при направлении на медико-социальную экспертизу сократились с 30 до 15 дней, а число посещений пациентом поликлиники с 5-10 до 2-3. Мы рады, что Саров выбрали одним из 5 городов, где реализуют совместный пилотный проект ФМБА России и госкорпорации «Росатом». Уверены, что пациенты положительно оценят 2 уже завершенных ПСР-проекта. Над остальными мы продолжаем активно работать, подчеркнул главный врач КБ номер 50 Игорь Лашманов. Напомним, в рамках реализации ПСР-проектов при поддержке госкорпорации «Росатом» продолжаются масштабные ремонтные работы входных зон в первой и второй поликлиниках. Благодаря этому разделят потоки пациентов. Получить необходимую информацию саровчане смогут в открытых регистратурах и на постах администраторов, дождаться приема и отдохнуть в комфортных зонах пребывания. А удобная навигация поможет быстро найти нужный кабинет.